Сегодня у нас 22 июня 2019 год. Вот провожаем брата Сергея. Сергея, да. Игнатова. Город. На поезд. Магнитогорск еду к сыну. Вот он чудно такое сделал, свою туристическую, как это назвать? Палатка. Палатка-сетка. Да. Палатка-сетка, то есть зонтиком. От комаров. И мы стоим, и нас ни один комарик не трогает. А до этого заели просто. Дорогой даже, особенно когда шли. Так, давай-ка я вылезу. И это пока. Пока это не сворачивай, сейчас тебе покажу снаружи. Вот так вот, да. То есть на двоих спокойно человек рассчитано. Он говорит, сам, что ты сделал-то? Сетку купил или что? Я купил сетку, обшил вокруг зонтика. И можно использовать, на дерево вешать ее, сидя под ней. Ага. Или ночью можно спать под ней. Положил так боком. Сверху при необходимости целлофаном накрыл, и все. Вообще. Господь, говорит, написано, умудряет простых. Вот. Я благодарен, что приехал по Теряевку. Это все так Бог управил. Встретился со своим духовным отцом, Игнатием Тихоновичем Лапкиным. Хотел говорить, не называй меня отцом. Ну, учитель, наставник, советник. Поучился, потрудился у него. Если Бог даст, и жив буду, снова приеду. Теперь уже забыла дорогу по этим лесам. Вот. Тут надо жить так интересно, чтобы ни один день зря не проходил. Быть в трудах, трудах и в трудах. Не валяться под солнышком, загорая, услаждая тело свое. Так что все. Собираю сетку. Давай. Собирается она быстро. Вот. Все. Свернул я ее. Тут уже пояс подходит. Завернул. Володя. Вот так. Ага. Буквально считанные секунды сворачивается все. Ложится в сетку. Сумочку. Ну все, брат, там заправишь. Там в дороге заправишь. Давай. Куда, куда? Давай. Дома. С Богом. Все, слава Богу. Богом. Господь, брата нашего Сергия, сохранит всякого дозла. Господь же дал премудрости людям придумать вот такие железные вагончики, домики железные на колесах. Давно было бы переезжать. Когда кто-то выезжает,
такое ощущение, что какая-то частичка от тебя уезжает тоже с этим человеком. То есть настолько ты к нему привыкаешь близко, и уже, так сказать, расставание такое уже не радостное. Ну, что сделаешь? Ну все, я сейчас на свой велосипед и вперед до дома, до хаты. Вот так вот выглядит тут остановка у нас на разъезде под Степном. Вот тут вот надпись показана. Под Степный. Еще по-английски написано. Ну все. Слава Богу за все. Аллилуйя.